На сегодняшний день в Каспийске филиалом единого оператора совместно с работниками Каспийских горводоканал по водоснабжению и водоотведению Республики Дагестан проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и отключению безучетных и бездоговорных пользователей услуги холодного водоснабжения. Специалист по экономической и корпоративной безопасности единого оператора Республики Дагестан Руслан Рабаданов отмечает, что количество нарушителей ежедневно растет. Выявлено немалое количество пользователей как в жилом секторе, так и среди ведущих коммерческую деятельность, без согласования с ресурсоснабжающей организацией. Отметим, что рейдовые мероприятия проводятся ежедневно, а непосредственно сами отключения по средам. Кроме того, на нарушителей также составляют акты для выплаты административного штрафа. В связи с этим хотелось бы обратиться к жителям города Каспийска с просьбой своевременного установления на учет в ресурсоснабжающей организации во избежание составления актов нарушения, начисления по акту по пропускной способности трубы и ограничения подачи воды с последующим взысканием начислений в судебном порядке. С нашей стороны проводится работа по улучшению качества воды. В кратчайшие сроки реагируем на выезды и жалобы граждан. На данный период филиалом уже отключено от водоснабжения более 80 объектов. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».